И всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Кошак. Начинаем играть в игру Marvel Guardians of the Galaxy от Telltale. Знаю, вы очень хотели, ну, вернее, я хотел, но вы, я надеюсь, что тоже. Эту игру проходили года три назад всякие блогеры, но на нашем канале мы проходим ее только сейчас. Выбираем эпизод первый. Да, я немножко поиграл, так что начинаем заново тут. Запутавшийся в грусти. Сейчас у нас будет обновление контента. Как видите, обновление теней, все такое. Кстати говоря, я буду озвучивать фразы героев, потому что русской локализации как такой нет, кроме субтитров, поэтому буду вам зачитывать. Ну, чтобы вам было удобнее. Эта игра адаптируется к выбору, который вы делаете. Сюжет меняется в соответствии с вашей манерой игры. Marvel. Начинается музыка. Telltale Games. Стражи, говорит корпус снова. У нас экстренная ситуация. Здесь Танос. Разрушитель миров, отпечатки большие светятся, подбородки в морщинах. Да, я знаю. Я должен спасти нас. Это самый приоритетный сигнал бедствия, Звездный Лорд. Ага, удачи. Звездный Лорд, умоляю. Послушайте, если ты мне поможешь, корпус снова тебя отблагодарит. Мы удалим свое дело в старом на прошлых преступлениях. Угнал корабль Александре с центурианским преступником. Выдался за сверху снова. Я хочу, чтобы у всего экипажа была беспечная репутация. У Ракеты, у Гаморы, у Грута и у Дракса. Нова Прайм будет не в восторге. Если так нужно, сделаем. Ладно, ситуация такова. Мы следили Таноса до этой планеты Крика. Тогда, когда наши вступили в бой, он уничтожил наш флот. Если не поможет нас, он нас всех нас убьет. Мы с ними не совладаем. Половина наших кораблей уже разбита. Ладно, патрульный, с вами будет крупный должок. Ты получишь награждение, Звездный Лорд. Скорее, прошу. Ну, покатили. Неизвестная планета, заброшенный аванпост Кри. Питер! Похоже, там ждет смерть. Как обычно, работенка для нас. Я не жалуюсь. Гамора, внимание! Может, прекратите красоваться и поможете, пока мы не взорвались? Квилл, инструмент сейчас же! Спасибо, человек. И готово. К следующей катастрофе. И что это значит? С чего начать? Микротрикси сгорели, компилятор выдает углерод. О, а теперь Грут загорелся. Грут горит! Питер, лови. О, Грут говорит спасибо. Постой, если вы все там, кто чуть побив моим кораблем управляет?
Эй, Дракс! Не отвлекай, Звездный Лорд. Здесь Танос. Сегодня наконец-то убью нашего заклятого врага. Я отомщу за покойную жену и дочь. Я так ждал этого дня. Мечтал об этом. Идеальный день счастья в большом месте. Да, это моя мантра. Пошевелись, Дракс. Я тут радовался. Слушайте, будет неплохо, если замолчишь. День начинается просто здорово. Ладно, ребята. Сейчас я покажу вам, как надо. О, черт! Нет, совсем не смешно, глупая собака. Ладно, у меня могло и лучше получиться. Но хуже того, что могло быть. А если получилось хуже, мы бы все погибли. А где зеленая барышня? Жаль, что у нас престижные ремни такие хорошие. Еще дышит. О, нет. Синтьми. Моя милая крошка. У нас на корабле ребенок. Эй, это нехорошо. Где он? Пит, мотай сюда. В смысле, лезь или как там? А, дурацкие коротенькие ручки. А, да, здорово быть таким высоким. Да, ясно, ты ж вроде как избранный. И значит, твоя будет, если ты мне не поможешь. Поосторожней. Моя крошка, отдай. Ой, ай, еще на секунду, и нас бы на атомное разнесло. По-моему, она еще может взорваться. Это точно не игрушка. У нас бывают терки с самыми опасными уродами. Эта штука будет аргументом в общении с ними. Разве не прелесть? Еще немного нестабильно. Не нравится, как работают твои мозги? И мне. Значит, вот как я умру. Приближается безумный Титан. Он направляется к этим руинам. Похоже, Кобу снова не удалось его задержать. Теперь только мы сможем его остановить. Только мы. Впятером. И с этой пушкой. Эпизод 1. Запутавшийся в грусти. Танос, вон туда.
и я чую его мерзкую вонь. Этот ветер просто не поддастся. Значит так, эта пушка, она не совсем в рабочем состоянии. И в ней всего один заряд. Считай это функциональной особенностью, да. Ведь невозможно рассыпать столько энергии, чтобы нести нагатым большую луну или маленькую планету без некоторых недостатков. Ладно, найдем другой вход. Спасибо за понимание, Пит. Когда она наконец долбанет, я послежу, чтобы ты не был в радиусе поражения. Посмотрим-ка. А, вот и оно. Кажется, я знаю, как переправиться. Иди осторожно, Звездолорд. Танос не должен обнаружить твое присутствие. Я вообще не пойду. Ого, полегче, ловкач. Звездный лорд, что видят твои красные глаза? Питер? Питер, ты ранен? Не молчи. Не волнуйся, меня Гамора, я сумею о себе позаботиться. Ладно, я так, на всякий случай. За тобой иногда должен присматривать кто-нибудь взрослый. О, нет. Что случилось? Ты нашел корпус снова? Ага, они все мертвы. Подождите, я найду способ, чтобы вы могли пройти. Тихо. Надо, наверное, пультом воспользоваться. Специально. Ух, я вырвался из этой хреновины. Может поговорить с экипажем пока? Йоу, Дракс, что тебе нужно? Так, как думаешь, кто это место построил? Кри. Технически развидно по ужасной архитектуре. Но более кровожадных и нечестивых существ я не встречал. Я очень радовался, когда они погибли. Похоже, Танос уже там. Видимо, корабль совершил аварийную посадку прямо сквозь стену. Выглядит не лучше моей посадки. Ну же! Это могло вызвать кое-какие повреждения. Ты здесь? Что такое? Что там у тебя, дружище? Нашел сбившийся корабль корпуса Нова. Он стену пробил. Ого, ой. Да, думаю, его пушки могут пробить дверь, но я не могу попасть в кабину. Посмотри сбоку, там должна быть панель входа доступа. Я уже снимал запчасти такого корабля. Нашел панель, не могу открыть. Ага, для доступа тебе нужен кристалл, позволяющий обойти систему. Обычно такие у старшего командира состава. Может, удастся узнать, кто тут главный. Но у меня есть сканер времени.
Видимо, пока не работает. На второй этаж. Тут тоже ничего. На третий. Возможно, это и он. Не знаю. В форме их трудновато отличить. Опа! Идентификационный кристалл. Сделаю. Пока будем идти, может... с Гаморой. Эй, Гамора, что тебе нужно? Знаешь что-нибудь полезное, Титане? Ой, это мысль. К сожалению, это так. Когда тебя растет монстр, ты из первых уст знаешь, что за мрак не живет. Танос существует только ради мести, или того, без отдельного правила. А, погоди. Эй, ребята, вы еще там? Так точно, Звездный Лорд. Сюрприз! И чему тут удивляться? Ура! Да, это был сюрприз. Это храм Кри. Технически развитый вид, физически сильные и мощные в военном плане. А что Танос вообще здесь делает? Что ему здесь надо? Думаю, скоро узнаем. Однако я знаю наверняка, надо, чтобы эта штука заработала или нам конец. Почти закончил. Мы рассчитываем на тебя, ракета. Ничего не вдохновляет творческую душу так, как крайняя нужда, да? Эй, думаю, он сможет пуститься на этом. Есть пульт управления, но не слишком поврежденный. А, не страшно, Гам, я все исправлю. Грут пытается, как бы не провалить на куски, которые не проглотит. Извините. Да успокойся, уже дубина деревянная. Мы идем вглубь жуткого старого храма. Соберись, Грут. Отрасти себе кору потолще, или как там у вас? Грут говорит, что постарается. Вот, как новенький. Время пришло. Конец либо Таносу, либо нам. На моей планете было так. Перед великой битвой наш бесстрашный лидер обращался с речью к войскам. Ребят, скажу только один раз. Давайте проявим себя как герои. Слушай, скажите что-нибудь, пожалуйста. Это очень, очень неприятно. Неплохо, приятель. Нет, прошу. Твоим страданиям конец, человек. Наконец-то. Все
все мое. Да. Все, все, кого ты убил. За их смерть ты ответишь. А вот и нет. Ошибаешься, страж. С этим я пронесусь по галактике, как цунами, и уничтожу всех обитателей и все цивилизации всех планет, на которых окажусь. Дай угадаю, это какое-то древнее супероружие, или типа того. Горн Вечности. Как скажешь. Дочь, ты объединена с такими жалкими тварями. Никакая я тебе не дочь. Тогда ты умрешь моим противником. Заткни пасть. Хватит болтать. Одна за другим вы будете молить об пощаде. Еще пару секунд. Нет у нас секунд. А. Моя очередь. За мою жену и дочь. Ты всегда была неблагодарной. Ты прав. Спасибо, что научил меня убивать. Сейчас мне эта наука пригодится. Эй, смотри, я отвлекаю. Ракета, я знаю, пушка, знаю. Ты все у меня отнял. Я забрал у тебя слабость, дал тебе цель. Танос. Ребята, закончил. Готово. Тогда применяй. Никаким оружием меня не убить, чуваки. Черт. Ну, жену. Не могу прицелиться. Попался. Что за механическая глупость?
Почему ты спустил крючка? Питер! Все, с меня хватит. Жалко это отродье. Это вы облажались. Стражи Галактики. Вы даже себя защитить не в состоянии. Галактика моя. Улыбайся, сволочь. Как? Ну вот мы победили танцы, дорогие друзья. А если хотите, чтобы мы продолжили играть в эту игру, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и до новых выпусков.